ради таймени не сделаешь. Ради таймени не сделаешь. Предыстория, здесь уже таймени ловили. Это вроде как одно из удачных мест. Так, что поставим тут? Попробуем красный. Почему нет? Нет. О, есть. Мешонок. Причем не сильно туши, маленький. Да, не маленький. Так, 8, наверное. Как заказывал, Дмитрий. Он дома уже. Ай-яй-яй. С первого раза. Едем домой. С первого раза. Эх ты. Ну я двойнички поставил. Видите, ребят, специально двойнички поставил. Чтоб хорошо вытаскивать можно было. Так. Мне бы как-то... Палево. Надо сюда вытащить. Тихо, тихо, родной. Посиди секундочку, подойди. Сейчас я приду. Сейчас. Таймень молодец. Леня тоже красава. Фотографии наделали. Стоять.
он хвостом шевелит. Нормально все. Все нормально. Ага. Забыл поцеловать. Ты ему шелку. Так он не придет. Я помню, тебя до свидания целовал. До следующих встреч. Колоссаль. На красный воблер. В Монголии на него клюнул. Тоже таймень. На красный меня клюнуло. И крючки разогнул. Хотя стоит 1000 рублей воблер. Я не знаю, что там за фирма. Сейчас скажу. Еще удивился. Думаю, на раскраску на красную. Так же это быстро клюнул. А вот. Берлисонг. Миноу Лонг Билл. А, Депс. Депс. Фирма Депс. Вот она, Депс. Но сразу вам скажу. Крючки прямо безоговорочно. Сразу меняйте. И эти заводные кольца. Это 100% проверено. У меня разогнулись они. Все 3 штуки. Причем все 3. Обычно таймень сразу на все 3 садится.